Привет, друзья! Анекдотик от нашего подписчика Ромы Сургутанова. Спасибо, дорогой. Ну, короче, зять приехал к теще на дачу картошку помогать копать. Работали такие полдня, но решил он пообедать. Идет вдоль забора, и сосед такой с другого участка. «Слышь, сосед, а что, говорит, твоя теща в каске-то все время?» Этот зять такой: «Так это, говорит, к пеньку далеко ходить, лопату обстукивать». Пока, ребят, всем здоровья и процветания.